Ирина Чекризова, 27 лет. Стаж вождения 4 года. Является активным автовладельцем. Участница конкурса «Автоледи Оренбуржья 2012. Автомобиль, тем более мой любимый автомобиль, для меня не просто средство передвижения, а вообще предмет любви и заботы, независимости, ну и вообще это самый верный близкий друг, боевой товарищ, я бы даже сказала, который никогда не подведет. У тебя есть какое-то заветное местечко, которое ты любишь посещать одна или с друзьями? Да. Ты нас сможешь туда сейчас отвезти и показать нам его? Да, конечно. Это Стелла Европа-Азия, которая находится с южной стороны Урала. Вот, вот которая... туда мы сейчас и отправимся. Скажи мне, зайка моя, какую музыку ты любишь слушать за рулем? Ну, Ксюш, честно сказать, особых таких музыкальных предпочтений никаких нет. Люблю всякую музыку под настроение. Все зависит от настроения. Ты меломан? Да. Люблю слушать радио, в принципе, слушаю радио все время. То есть там диски, есть, конечно, и диски, да, опять же, от настроения, если я еду, это может быть вплоть до Михаила Круга. Ого. Есть у меня и такой диск, опять же, под настроение. А как громко ты слушаешь музыку? Ну, в хорошем настроении. Музыку слушаю практически всегда громко, в любом настроении, особенно когда еду одна. Потому что, в принципе, никакого общения и беседы не ведется ни с кем. И очень-очень. А как громко ты ее слушаешь? С вами были Ирина Чекризова, Ксения Котова, Александр Ванин, специально для Геометрия ТВ.